334 человека погибли в результате теракта в Беслане. С 1 по 3 сентября террористы держали в заложниках более 1100 человек. На митинг памяти жертв трагедии в сквере Боевой Славы собрались студенты и преподаватели вузов, участники контртеррористических операций и афганской войны, представители управления по делам молодежи. Сегодня терроризм принял международный масштаб. И прогрессивное человечество ведет активную борьбу против терроризма. Мне, как участнику войны в Афганистане, приходилось бороться с террористическими группами, которые направлялись на территорию Советского Союза для проведения террористических актов. Необходимо делать такие встречи, наверное, и именно в таких местах, для того, чтобы было меньше его, для того, чтобы впредь не допускалось такого. Мы должны всегда помнить о всех страшных событиях, всегда держать руку на пульсе, потому что те, кто этим занимается, никогда не дремлет. На митинге вспомнили трагические события тех дней и минутой молчания почтили память невинных жертв, отпустив в небо белые воздушные шары – символ мира. К мемориалу участники памятной акции возложили цветы и поставили свечи, как символ жизни и вечной памяти.